Всем hello. Утро. Не очень доброе. Проводила детей в школу. У Кати отвратительное настроение. Просто какой-то звездец. Короче, это вообще просто вот. Мы не могли с ней попрощаться на остановке. Она рыдала просто мне в кофту. Не отпускала меня, уже очередь закончилась, уже автобус уже практически отъезжает, Катя рыдает мне в кофту. Ну, не рыдает, а как бы так, я скучаю, я не хочу никуда идти, и все в таком духе. Короче, еле оторвала ее от себя, еле запихнула ее в автобус, развернулась, ушла. Мне даже показалось, кто-то там говорил, кричал, чей ребенок, ну, это уже было абсолютно неважно, я просто уже смоталась в машину. Я дома. Собачеллы мои уже выдохнулись. С 6 утра все-таки бесятся. Планов особо сегодня никаких. Я там просто смонтировала утром видео. Оно у меня на рендере стоит. Я жду, когда у меня освободится уже программа. Пойду дальше помонтирую. Сейчас, когда освободится уже. И я уже позавтракала. Я уже пришла в себя. Уже все хорошо. У меня уже играет музычка. Машка укатила уже на ногти. Лиза еще спит. Вова выехал, ему ехать что-то в 8 или 9 часов, ну, короче, к вечеру приедет он в Джорджии. Что там такое? Коти мои. Вот, и, в общем, Вова будет вечером, ну, а я буду полдня сегодня дома, хотя планы у меня были. Это кто у нас? Ты от кого бежишь? Планы были у меня съездить сегодня в магазин, но я передумала. Я решила полдня просто в таком, знаете, режиме, замедленном режиме провести, потому что все-таки у нас сегодня пятница, впереди выходные, и, в общем, надо как-то немножечко подразгрузиться сейчас первую половину дня, не напрягаться, ничего абсолютно так, без каких-то физических телодвижений, потому что придут дети, и у меня сегодня еще полдня, и еще два выходных, когда они меня просто подзаебут. Поэтому сегодня я полдня планирую в таком щадящем режиме. Еда. Сладости, шоколадки, мороженое, кока-колка. Ну и, конечно, музыка, потому что музыка – это мой бензин, мое топливо. Я без нее не могу. Я с утра до вечера я засыпаю с какой-нибудь музыкой, все под настроение, либо погрузиться в какие-то воспоминания, что-нибудь такое релаксирующее, либо что-то очень веселое, плясательное, танцевальное для какого-то такого драйва, либо что-то вот типа как вот у меня сейчас. Что-то такое наигрывает приятное, и картиночка такая, девочка с котиком сидит, попивает какую-то газировку. Вот это сейчас прям то, что мне нужно. Что, красавчик? Да, друзья, читала ваши комментарии. Мне пришел комментарий, я так посмеялась. Мама, кстати, мне написала, засыпать сюда земли по самое не хочу. Надо так, видимо, сделать. А вы мне написали в комментариях под старым видео. Лена, надеюсь, ты понимаешь, что через недельку-две нужно купить куст побольше. Я не думаю, что этот хилячок достоит недельку или две. Ну, хотя, возможно, кто знает. Но странно, что кошки до сих пор его не сожрали или не уронили сюда, и собаки не сожрали. Не знаю, стоит пока. Ну, наверное, да, вы правы. Я, пожалуй, через пару недель, наверное, куплю побольше куст. Ребята, мой обед. Это то, что я взяла в Костко. Какая-то лапша с чем-то там. Не помню уже с чем, я выкинула упаковку. Так, здесь нужно снять вот эту вот фиговину. И добавить воды. И поставить в микроволновку на 4 минуты. Короче, это что? Короче, кроме лапши, тут есть какие-то овощи и, видимо, какое-то мясо. Ну, выглядит, в принципе, очень даже аппетитненько, симпатичненько. Так, погнали. Какая линия? Где линия? А, о, так она... Так там чуть-чуть, она аж вон где. Окей. Так, значит, водички не так уж много. Наливаем. Стопы. Так, все, ставим в микроволновку, видимо, прям в таком вот виде. Давайте еще чуть-чуть добавим, да?
Вот так нормально будет. И на 4 минутки. Так, 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 так. Ну-ка. О, вкусно пахнет. Да? Вкусно пахнет. Попробуем. Так, 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 так. Вот это какое-то мясо. Курица, может, я не знаю, я не помню. Воды действительно не надо было еще добавлять. То, что там нарисована вот эта вот полосочка, это правильная полосочка. Не надо отсебятину никакую. Ну, кто любит пожиже, посупчее, то можно и побольше добавить. Ну, мне, в принципе, нормально. Сейчас посмотрим, надо ли сюда еще какие-нибудь специи добавить, еще чего-нибудь. О, понаперлись тут все. Сейчас чуть-чуть остынет, потому что очень горячее, о чем было написано на этикетке. Типа, очень горячо, аккуратно. Причем два раза даже написали. Для таких, как я, или для таких, как та бабушка из Макдональдса, помните? Красота. Так, ну и потом заедим все, конечно же, сладеньким, потому что в этом доме последний. Потому что в этом... Ой, нет, не последний. О, грейт. Потому что в этом доме невозможно прожить без сладкого. Еще не понимаю, где Джерри? Где-то Джерри. Девчонок нет. Где Джерри? Где он орет? Еще не понимаю. Где-то его закрыли, что ли? Да ладно. Джерри! Прикиньте, я где-то слышу, что он где-то орёт, но я не понимаю, где. Он у нас не на улице остался. Чё, не понимаю. Где твой сын? Вот ты где, сволочь, а? Ты как сюда залез? И кто тебя закрыл? Я, что ли? Ты не такой уж незаметный. Ты у меня котик, я открываю спальню, они раз-то его прошмыгнули, я их не заметила. Ну тебя-то как можно не заметить, Годзиллу такую, а? Ой-ой-ой-ой, Джерри, Джерри. А я не заметила, что тебя нет. Думаю, что так хорошо, а? Чего так хорошо, черт возьми, а? А Джерри просто нет. Красота. Вот как в этом доме прожить без сладкого, ребят? Да никак, блин. Поругалась с Лизой. Она уехала. Все, разругались в пух и прах. Ибо нехуй. А вы говорите, сладкого много в нашем доме. Я вас умоляю. Ребята, это очень вкусно. Здесь какие-то специи. Я уже попробовала просто. Очень вкусно. Я пока только лапшу попробовала. Больше ничего не пробовала. Вот эти кусочки мяса я еще не попробовала. Вкус такой курицы, я не знаю, что это такое. Мясной бульончик, овощной. И какие-то такие легкие специи. Джерри! Легкие такие какие-то специи. Не остро вообще ничего. Я вообще не помню, как коробка выглядит. Надо мне видео пересмотреть и еще такие взять. Хранится в морозилке. Хоть и вечно может храниться. Можно вообще ничего не готовить. Так, вот. Вот так. Ну, я вообще не помню, как выглядит коробка. В общем, обалденно вкусно. Дети придут, тоже им дам такие тарелки. Я же, как идеальная мать, никогда в жизни не накормлю детей каким-нибудь говном. Только все самое вкусное и полезное. Так, а мы уже с детьми, я уже забрала детей. Посмотрите, у Кати медалька. Ну, повернись хоть сюда. Я пью водички! Водичку пьет, да, дети уставшие опять. Лавруша? Лавруша. И у Кати медаль сегодня по... Там написано чтение. На медальке это, написано. Это из Вика. Я что ты? Сказал. Вот такая вот медалька. Смотрите, какая Митю красивая. Митю сказала, что они ждут. Да блин. Чего? Сейчас. Она сказала, что они ждут. One more, но я делаю.
И потом он сказал, you will get your crowns in 15 minutes. Обалдеть, Катя. И потом я крутится. Она крутится? Да. Классно. Я тебя поздравляю, ты молодец. Мама, в общем, я Катя читала хорошо. Third place. И даже мам, она a week ago, когда я finish the last reading, когда она сказала, и она сказала, great job, you're free to go. Я сказала, yes. Молодец. Смотрите, как у нас кондиционер разрывается просто. На улице очень жарко. Оставила машину, пошла к автобусу, машину оставила заведенной с кондиционером, потому что садится, вот даже вот минуту она постоит, она вся просто горячая. Все, пятница, я вас поздравляю. Ура! Выскочила из автобуса, говорю, мама, выходные, ура. Довольный такой, бежал с этой бутылкой. Все, выходим, народ, давайте, сегодня папа еще приедет вечером. Пьют бедные много. Ну, хорошо, у них бутылки большие, еще лед туда. Могу. Давайте ваши бэки. Давайте. Все, выходим. Кать, верни обратно сиденье. Разложит его, и оно лежит потом. Забываем его поднять обратно. Угу, поднимай, все, на выход. Бэк, мой глустик. Подожди. Засунула? Да. А что ты его здесь-то оставляешь? Чтобы он у тебя не выпал, надо внутрь класть. У тебя там миллион карманов. Все, обратно кресло, Кать. Еще не до конца. Лаврик уже домой убежал. Ага. Все? Супер. Нет, еще. Во, супер. Все, выходим. Давай. Не захлебнись. Ничего страшного. Агука! Лаврик, не закрывай. Ожидающие. Проходим. Не стоим тут в проходе. Нравится? Я ее просто розовой сняла, в стирку бросила, постирала. У меня уже где-то. Вот он, уже стиранный. Уже лежит, сохнет. Она в новом. Дети скупаны, Катя ходит дома с медалью. Не хочет снимать, да, Катюх? Да, ну, конечно, такая гордость, да? Да, чтобы все видели, что у Кати медаль, и она хочет всем это показать. Ребята, я жарю себе картошечку. Очень что-то мне хочется картошечки прям жареной. Катя, остановись мгновение. Ты прекрасна. А тут у нас юный художник. Да, Лаврушич, тебе принести что-нибудь вкусненькое? Они уже поели. Что, все хорошо? Угу. Все хорошо? Ты так рисовал, все хорошо? Угу. Где? Покажи. Я же сейчас видела. А что такое? Что не понравилось? Вот. Что не так? Очень красиво. Он опять нашел программку и по ней рисует. Что ты? Все, ты можешь. Ничего себе, не могу. Идеально просто. Короче, расстроился. Сейчас пока успокоила. Пока заели все это сладенькими конфетками. Вообще, все нормально. Сейчас успокоился. Так, Лаврик пришел довольно счастливый. Я пока поела. Показывай, да. Лаврик нарисовал заново. Супер, вообще красавчик. Все, слезы вытерли, все красиво нарисовали. Поели сладенького, подняли себе настроение. Да, Лавриша? И все получилось, да? Ну, ты красавчик просто. Мама! Мы тут сидим. Миланья, Катя, Джерри. С нами. А Джерри в проеме там. Мы с Катюхой тут сидим, болтаем. Лаврик где? На диване? На диване. У нас вечер. Солнышко садится. Миланя, ты такая красивая. В этом красном, прекрасном ошейнике. Сидит с нами на стульчике. А Мила? Мила? Мила. Ты такая красивая в этих бусах. Джерика. Да ладно?
Free of charge here. Still, I didn't think they would show us this much kindness. Anime? Так, у нас вечер, приехал папа, и смотрите, что он привез. Ой, это что? Какие-то помидоры. Милаша, это что папа привез? Вина привез папа. Он был в каком-то винном погребке, проезжал, какие-то разные вина набрал. Не знаю, что за вина, он мне видосик так показывал, говорит, Лена, там такие... такой, ой, ого, винный погребок какой-то, и там разные вина. Я, говорит, разные набрал. В общем, какие-то вот такие сангрия, господи боже. Какое до боли знакомое сангрия. Ну, это такие очень легкие, как газировка с минимум там алкоголя. Где тут написано алкоголь? Ну, короче, они такие, они как сидр. Сладкие. А, вот, 6,8. Ну, такие совсем. А, вот тоже. Нет, вот это 11. Вот это какое-то другое. В общем, какие-то разные вина, которые, я так понимаю, здесь наши флоридские, которые он проезжал. 11 тоже, да. Вот это. А сангрия сколько? Ой, мамочки. Тяжелая какая бутылка. Сангрия. Господи, я миллион лет тоже 11 не пила сангрию. Да, вот такие вот разные вины. Им там еще коробочку дали. А, собаки. Я сходила пока в душ. Не знаю, его сейчас просто нету. Он в гараж вышел. Я его еще не видела. Я была в душе. Точно, помидоры какие-то набрал. Видимо, проезжал не только винный погребок, но еще и подавил, пока ездил. Но еще какие-то, ну, где овощи продают, в общем. Какие-то хозяйства. Ребята, что еще хотела показать. Мне пришла моя... как называется? Держалка для камеры. На шею, которая вешается. Вот видите, вот это вот манекен нарисован. И вот так она выглядит. Она вот так одевается, вот так она выглядит. Вы мне в комментариях писали... Сейчас, подождите. Вот сейчас специально открыла этот комментарий, вы мне писали, наши постоянные зрители, что я увидела вот эту вот держалку, помните, я говорила, у блогерши я увидела, у меня промелькнуло в шортах, и действительно так, я зашла, посмотрела, Елена, секунду... Елена Самчук, вот сейчас еще раз посмотрела, Елена Самчук, очень прикольная блогерша, написала наша постоянная зрительница Машенька, Маша, привет, написала, что, скорее всего, я видела это у этой вот Лены, вот абсолютно верно, вот Лена Самчук, ребята, такая она классная, вот кто хочет вот чисто вот поржать, вот это вот прямиком туда, очень она крутая, реально попадалась мне несколько раз, и вот в том числе вот с этим вот держателем для телефона, это не только для телефона, здесь телефон нарисован, я для телефона взяла, а есть для GoPro-шки. Ну, маленькая вот эта квадратненькая камера. Это обалденная вещь. В общем, она очень так классно рассказала, что очень удобные вещи. Я вот промелькнула у меня, и я сразу взяла. Вот так это выглядит. Одевается на шею, настраивается. И можно вертикально, можно горизонтально. Можно вот так вот опустить, что-то там настроить, подстроить. И на себя одеть. Вот вчера мне... Вечером пришла вот эта вот штукень. Я, правда, ее еще не открывала, еще закрытая. Куда? Куда, Джерри? Еще закрытая, но я думаю, что завтра я уже распечатаю. Сейчас уже вечер, у нас уже все, совсем темно. Сейчас попытаюсь детей уложить. Они там на аниме подвисли, а я ходила пока в душ. И, в общем, распечатаю, я думаю, что я завтра. Она вся такая гнущаяся, удобная очень. Шла единственная очень долго. Видимо, откуда-то не отсюда она шла. И видите, она такая помятая вся. Ну, в общем, где ее, видимо, только не носила. Не знаю, скорее всего, откуда-нибудь оттуда. Вот откуда, где иероглифы. В общем, откуда-то оттуда. Вот, так что, ребята, завтра я открою и покажу и вам, и сама посмотрю, хотя я вот видео видела, ну, в общем, зацепила меня, цепанула, в общем, завтра открою. Keep your number on my phone. Through the day, deep inside.
chance to find.